По информации коммунальщиков, отходы в район села Барановка в вырытый котлован свозили так называемые черные осенизаторы. Когда котлован переполнился и его края не выдержали, содержимое хлынуло со склона. По ручью попало в реку, а затем уже и в море. Сейчас здесь продолжает работать спецтехника. Коммунальщики соорудили вокруг котлована прочный земляной вал, чтобы никакие вещества не могли распространиться. Жидкость из углубления откачали. Еще вчера эксперты взяли пробы воды и почвы. Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко на совещании призвал всех должностных лиц курорта отнестись к делу ответственно и обследовать район села Барановка. Будет проведена городом Сочи тотальная проверка данного населенного пункта на предмет наличия септиков, на предмет наличия и выявления несанкционированного сброса неочищенных стоков на рельеф и в реки, и, соответственно, наличие договоров на утилизацию жидких бытовых отходов. Котлован расположен на частной территории. Ею владеет один из местных жителей. Исследование воды и почвы продлится около 2 недель. Эксперты установят, какой вред причинен природе. В зависимости от этого правоохранители определят, будет ли владелец земли оштрафован или же против него возбудят уголовное дело.